Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе. Минусовку погромче, окна пошире и за клиентом по адресу. Парень из Суходола Алексей Брытков нашел свое призвание. Говорит, в такси пришел работать из-за свободного графика, чтобы оставалось время на творчество. Хотя и за рулем баранки зря времени не теряет. По дороге до места назначения распевает песни. Пассажиры, говорит, только рады и нередко сами подпевают на бэк-вокале. Раньше я как бы предлагал всем, многие люди соглашались на самом деле, потому что это интересно, когда таксист поет. Вот. Но потом понял, что нужно действовать здесь более аккуратно, да, потому что многие люди там, ну как-то, не знаю, не очень на это отреагируют. Вот. Начал как бы издалека так подходить, там, как настроение, не хотите ли там вот хорошую песню включу там. Если я вижу, что человеку понравилось, он говорит, вау, здорово, слушай, а что-нибудь еще есть, можешь включить там. Я говорю, да, конечно, я говорю, могу включить, если хочешь, могу сам спеть. «Руки вверх», «Фактор 2» и свои собственные песни – любимый репертуар необычного таксиста. Но про основную работу Алексей не забывает, тем более, что шокировать пассажиров сразу не стоит. Нужно дать им время адаптироваться. Алло, здравствуйте, девушка. Это вам водитель звонит? Да, я подъехал, можете выходить. Угу, хорошо. Пение – лучший способ пережить самарские пробки, уверен Алексей, а заодно и найти единомышленников. Соседние машины гудят, водители машут из окон и иногда даже подпевают. Итак, поехали, с вами Алексей Брытков с композицией «Maestri One». Я твой. Ха-ха. Слушаем и поем, ребята, вместе с вами. Конечно, есть такие клиенты, которые предпочитают ехать в тишине, но большинству пассажиров Алексея все же становится любопытно, что это за явление такое – таксист-вокалист. Впервые попала в такую поездку. Вообще очень клево, настроение отличное. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям и сама буду всегда вызывать только такое такси. Алексей уверен, что таким нетривиальным способом сможет поднять свое творчество на новый уровень. Говорит, что солист любимой группы «Руки вверх» Сергей Жуков уже знает о его персоне и даже разместил несколько постов о нем на своей странице в социальной сети. Марианна Мирная, Алексей Золотенков. События. Спасибо большое. Было очень